Этот уголок природы с водоемами и дубами знаком каждому жителю промышленного района Самары. Парк Воронежские озера в любое время года притягивает гостей. В этот раз он собрал желающих навести чистоту и порядок. Убрать территорию после зимы вышли представители районной администрации, общественники, жильцы домов. Мы здесь собираем мусор, в основном это пластик, стеклянные бутылки, оставшиеся от нерадивых жителей. Вот, возможно, какие-то листья, опавшие с прошлого года. А все местные жители здесь, как правило, собираются для того, чтобы отдохнуть. Естественно, в грязи отдыхать было бы некомфортно. Естественно, после зимнего периода здесь образовывается очень много мусора. И поэтому мы с жителями, с администрацией, весенний период выходим помогать паркам убирать этот мусор, потому что очень большое количество людей любит и знает этот парк. Уборка идет в рамках месячника по благоустройству на территории всего района, и жители активно участвуют и в средниках, и в субботниках. Всего у нас за период месячника приняло участие население более 54 тысяч человек и вывезено 9 тысяч кубометров мусора. Почему именно Воронежские озера? У нас данная территория принимает участие в голосовании по программе формирования комфорта городской среды. Жители активно этот проект поддерживают. Мы уже победили в голосовании за первый этап благоустройства. Он уже выполнен со стороны Империи и дублера Московского шоссе. В этом году также благодаря поддержке жителей будет выполнен этап благоустройства второй. И мы голосуем сегодня за третий этап. Проголосовать можно было и во время уборки территории. В этом помогали волонтеры. Они отправляют голоса через специальное приложение по номеру телефона. Поддержать любимое городское пространство можно также на платформе 63.городсреда.ру. Голосование идет до конца мая. Если парк Воронежские озера выйдет в лидеры, в следующем году его ждет третий этап благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Светлана Кудрявцева, Петр Паламеев. События.